Поговорим о ящике плана 137401. Он имеет высоту 42 сантиметра, в глубину 30 сантиметров и в ширину 41 сантиметр. Конструктивный ящик состоит из ручки, из небольшого верхнего отсека, большого отсека для габаритных вещей, и также из нижнего отдела, в который вмещается 4 коробки плана. Верхний отдел состоит из 6 небольших ячеек, в которых очень удобно хранить различную мелочевку, которая всегда должна быть под рукой, такая как застежки, точилка для крючков. Вы можете использовать все, что угодно, чем вы пользуетесь чаще всего и что должно быть необходимо под рукой, ну, разумеется, в рамках размера. Это такое отделение, чтобы всегда иметь доступ к самому необходимому. У ящика имеется и большой верхний отсек. Смотрите, здесь удобно хранить различные инструменты, поводки. Насколько большой верхний отдел, я сейчас вам продемонстрирую. Сейчас я размещу там коробку плана размера 3600. Уберу инструмент, поводки. И сюда поместится даже еще одна коробка плана размера 3700. Верхний отдел очень большой. Открывается, как вы видите, без проблем. Здесь можно хранить габаритные вещи, такие как катушки. Можете взять с собой небольшой термос. И по факту у вас все будет под рукой, и вы будете готовы к рыбалке. Останется взять лишь только спиннинг. Теперь же рассмотрим нижний отдел. Он открывается с помощью вот таких вот двух защелок. И здесь имеется 4 коробки плана размера 3700. Все коробочки очень легко достаются и также легко убираются. Давайте я покажу вам конфигурацию этих коробок. Здесь есть вот такой вот один большой отсек. Здесь вы можете размещать сами перегородки, как хотите. В комплект входит огромное количество вот таких вот дополнительных ячеек, и вы сами конструируете эту коробочку под свои нужды. В более габаритных ячейках размещаете большие приманки, и в маленьких, соответственно, некрупные. Теперь же давайте поговорим о качестве материалов этого ящика. Поговорим о качестве ящика. Он сделан из хорошего пластика. Он ударопрочный, он достаточно толстый, здесь все продумано, ручка надежная, выдерживает большие нагрузки. Вся фурнитура выполнена из латуни, которая не подвержена окислению. Также пластик не имеет характерного запаха. Этот ящик сделан в Америке. Все защелки открываются очень легко. Но, в свою очередь, надежно. Буквально в одно-два движения вы имеете доступ к приманкам. Также отмечу, что имеются специальные ребра жесткости, которые придают всему ящику общую прочность. Ящик не гуляет. Вот сейчас покажу здесь.
Снизу есть эти ребра. И благодаря этому конструкция более жесткая, ничего не ходит, все работает четко. Ящик функционирует отлично. И в рыбалке он вас не подведет. Здесь точно поместится все, что вам необходимо для любой рыбалки, для спиннинговой, фидерной, да для чего угодно. Вы приспособите этот ящик под свои нужды. Ящик плана сделан в Америке.